сколько надо жевать? Между прочим, важный вопрос. Хотя навряд ли кто-то завтракает или обедает, используя секундомер. Между тем, быстрая еда – причина кариеса, ожирения и гастрита. Восточные мудрецы говорили, жуешь 50 раз – ничем не болеешь. 100 – будешь жить долго, а 150 – станешь бессмертным. На самом деле, в процессе жевания организм вырабатывает особые вещества, которые сигнализируют о насыщении. Но доходят они до мозга, как до жирафа, лишь через 20 минут от начала трапезы. Все на пользу. Во-первых, благодаря слюне переваривание пищи начинается не в желудке, а еще в ротовой полости. Во-вторых, это фитнес для зубов и десен. В-третьих, стенки желудка не травмируются большими и твердыми кусками пищи. Ну и чем дольше мы жуем, тем быстрее худеем. Ученые утверждают, если каждый кусок пищи пережевывать примерно 40 раз, количество съеденного, а значит и калорийность, снижаются втрое. От себя добавлю, неспешная трапеза позволяет насладиться едой. Приятного аппетита и будьте здоровы!